Банк Великобритании изучает возможности использования технологии распределенных реестров DLT в новой системе расчетов. Особенность эксперимента заключается в том, что технология не размещается на блокчейне полностью. Руководство не считает технологию распределенных реестров достаточно зрелой для того, чтобы стать ядром новых валовых расчетных систем. Руководство Центрального банка Великобритании рассчитывает на то, что вовлеченные в проект компании раскроют дополнительные возможности этого сектора. Банк Англии планирует выпустить отчет по результатам испытаний в этом году.